Так, здесь и сейчас, под ваши бурные громкие овации и аплодисменты. Окей. Big mistake. This big mistake. Okay? Prepare. Ilias, je moet twee dingen moet je opletten. Die hoek van hem, ja? Waar je elke keer op weg gaat duiken. Je moet gewoon simpel werken met hem. Hij is langzamer dan jij bent. Je ziet hem aankomen. Ja? Als hij aan zou komen, durf niet te stappen rechts. Je ziet recht door hem gezien. Buiten ons staat hij helemaal dicht van. Daar gaan we meer combineren. Eén trek op zijn benen. Ja, dat is een beetje goed. Heb je nog wat? А также ежедневную газету давал мне Татарстан. Напоминаю, телевизионную версию проекта смотрите каждую субботу в 23:40 на телеканале Татарстан. Новый век. Второй раунд. Еще 3 минуты. И еще немного вашей поддержки, ваши аплодисменты! Come on,
Полный контакт. Чемпионат мира. 1/8 финала. Красный Улринга. Дитрун Рама, Швеция. Синий Улринга. Ильяс Касаут, Марокко. Kijk, nu zijn we. Hé, daar is de loopkick.
Вот он, уважаемые дамы и господа, полный контакт. Вот он, чемпионат мира. Бои по правилам КНА на кубок «Татнефть». Давайте еще раз поблагодарим аплодисментами спортсменов за красивый бой. И, конечно же, ваши овации победителю, спортсмену из Марокко. Ильяс Касаут одержал победу нокаутом. Следующий бой. Бой номер 4 весовой категории до 80 килограмм. В красный угол ринга приглашается представитель Бразилии Леонардо да Коста.